Всем привет! Хочу продолжить наши влоги, несмотря на то, что сейчас очень нам еще непросто. Вот. Дел у нас очень много скопилось, в том числе еще по бабушке. Там нужно сегодня мы поедем в Темрюк, нужно там с документами решать вопросы. Вот, покажем. То есть нам надо в ЗАГС. Куда нам еще надо? Пенсионный фонд сходить. Ну и потом мы будем, скорее всего, еще в магазин заезжать, продукты. Так что все сегодня вам покажу. Наш день. Будем стараться, пытаться снова включиться в наши такие ежедневные влоги. Так что очень надеюсь на вашу поддержку. Мы не знаем, где находится ЗАГС в Темрюке, так что сейчас попробуем найти ЗАГС. Он в самом центре находится. Вот он. Я поняла, где. Рядом с площадью центральной. Мы уже собрались. Сегодня у нас погода очень ветреная. Очень сильный ветер. Прям последние несколько дней этот ветер просто сносит все, что возможно. Но очень теплая температура уже на улице, уже плюс 9. Уже весна у нас потихонечку приходит. Самое интересное, что почки уже скоро появятся, скоро будут цветы на деревьях. Мы вот у бабушки, когда были, там верба уже зацвела. Вот. И ходили на днях, смотрели по огороду наши молодые деревья, и у них тоже уже есть почки. Вот посмотрите, например, наш фундук, вот у него видно, что уже листики появляются, даже какой-то как красненький цветочек. Еще совсем немного, и уже все. И весна. Вот, например, миндальное дерево. Тоже уже почки скоро раскрываться начнут. Вот так вот сейчас у нас. Ой, малыша, домой давай. Давай, давай, все. Все, проверили? Собаку. Все, поехали мы в Темрюк. Проезжая мимо баз отдыха от Пересыпи, мы решили снова остановиться около каналов и посмотреть, можно ли в ближайшее время вообще поехать на рыбалку. Потому что, как вы помните, был снег, все было во льду. Я не знаю, пройдем мы здесь или нет. Попробуем. Потому что если здесь все затопило, то будет проблематично. Мне кажется, даже рыбачить. Я не знаю, затопило, не затопило. Дальше уже не пойдем. Ну да. То, что растаяло, то оно понятно. Можно ли как бы проехать, может какие-то другие заезды есть. Не знаешь. В общем, сапоги набрать, да? Ну да, надо в сапогах. Мы сейчас такое, аккуратно, ветки. Мы сейчас такой обуви-то нормальной, городской. Так что в ближайшее время съездим на рыбалку.
Вот эти каналы находятся вот здесь, вот за камышами. Все справа, все вдоль, вдоль дороги идут. Но подъездов нету. Практически нету. Может быть, где-то и можно было бы порыбачить, но не дойдешь до мест. Нужно знать просто, где рыбачат местные жители. И вот ориентироваться на них. Приехали в Темрюк, ищем, где ЗАГС. Чем-то интернет вообще не хочет работать. Так, ищем. ЗАГС. Что с моим интернетом вообще? Пока остановились вот около школы здесь. Нашел, папа? Приехали, да? Его немного. Едем по навигатору. Сначала навигатор нас немножко попутал, мы поездили по улицам Темрюка, но в итоге нашли, сейчас идем пешком к ЗАГСу. Прям в центре Темрюка, недалеко вот от ДК, и, честно говоря, очень неприметный вход у него, рядом с прокуратурой. Вот в этом здании находится ЗАГС. А вот справа улица, это где проходила ярмарка, мы как-то год назад снимали ее. Вот здесь вот. Ага, видишь? Прием вот когда. Может, кому-то будет полезно. Здесь, видимо, все по очереди, там люди в разные направления идут, нам нужно, понятно, по какому поводу, поэтому, в принципе, наверное, не очень долго будем ждать, но народу очень много. Граждане, все проходим в коридор, у нас там очередь, здесь только проходите. Надо сдавать в порядке. Само по себе здание это такое чистенькое, вроде здесь так красиво. Ты лучше был недавно. Ты недавно, наверное, в том году. Ну, так хорошо, в принципе, да, здесь. Даже я там построила кабинеты, тоже так все прилично. Дали бумажку, это что надо? Обратиться в пенсионный фонд. Если он является пенсионером. Ну да. Вышли на улицу, так тепло, вы просто не представляете. Ветер есть, но он такой теплый. Прям уже очень хорошо. Еще чуть-чуть, и уже можно будет снимать с себя зимнюю одежду. Тут что? Ну, где-то надо будет остановить машину.
Ну да, машин много. Пенсионный фонд в Темрюке находится улицей ниже от ДК и Вечного огня. Машину пришлось поставить подальше чуть-чуть. Сейчас мы будем. Сейчас ждем, узнаем. На прием только, да? Пошли за телефон заплатим. Мы уже следим телефон. Ну все, мы записались. Талон был только ближайший на 2 марта. То есть почти месяц надо будет ждать приема. Приехали еще на рынок, хотим посмотреть свежую рыбу. Здесь даже стоянка есть, парковка, я даже не знала. Родители знали, поэтому сразу сюда подъехали. Семена еще хотим посмотреть на посадку. Сейчас мама выберет то, что ей нужно. Здесь ассортимент большой. Вот перчики разные. Вот такие вот темные. Нет, такой не надо. Какой ты обычно брала? Ну я... Здесь таких нет. Подожди, посмотрим. Сейчас посмотрим. Вам? Ну или вот такой вот обычный стандартный ласточка. Ага, хорошо, хорошо. Посмотрим. Ну и паприка вот такая. Ага. Нет, такую паприку не надо. Кругленькую. Кругленькую. Надо. Кругленькую, длинненькую не надо. Кругленькую, да. Будьте так. Спасибо. Ранняя, да? Да, это ранняя. Редисочку посадим. Так, хочу. Так, еще надо мне помидорки. Хурма. Есть? Хурма есть, да. Желтенькие вот такие. Тебе это все поубирают? Ага. Вот это сюда. Хурма, вот она, хурма. Пожалуйста, такой тоже пакетик я возьму. Ну все. Все, да? Да. Три 60-75 рублей. Вот просто такой. Ага. Какие лучше-то купим? Наверное, тебе посмотрим. Вот эти, вот да, эти я куплю, да. Мне не нравится очень. Все, 20 рублей. Ага. Очень хорошо люди заходят, покупают семена. Прям при нас очень много клиентов было. Потому что сейчас самый сезон, и люди стараются вот по возможности купить семена. Семена купили, теперь идем покупать рыбу. Большой, будет больше, конечно.
Сейчас папа посмотрит, где будет лучше купить. Проживали всякие, вот подешевле немножко решит. По 170 можно берите. Мелкие сильные. Очень вкусно ей это с Кубани сумик. И уха бесподобная, жарить можно. Mm-hmm. Можно в духовочке. Не, нету сама. Да. А вот неплохой, вот неплохой. Там маленькие сильные, да? По 190. Возьмите, попробуйте, они очень вкусные. Тут стою каждый день, никого не обманываю. Никого. Они очень вкусные. Это сом с Кубани. Не выращены никакие. Запустили в Кубани, они плавают там. Бесподобные. Жирненькие. И уха с них бесподобные. Вы пробовали их? Да. Вкусные. По 190, если чуть больше возьмите, по 190 могу посчитать, дешевле не могу. Что, неплохой? Вот это же живые еще. Да, живые. Мне кажется, это покрупнее, который Сережа изначально женщина какой показывала. Еще? Который это верхний, покрупнее же верхний. Давайте я вам дам, рыбку по-моему, важен быть с икрой. Так кого взяла, я еще не почистила, подожди. Я забыла, ты не поминаешь мне. Сейчас почищу. Так, сейчас почищу. Покрупнее, вот этот с икрой. Четыре еще? Да, давайте еще. Сейчас я почищу. Я забыла. Сережа, вот верхний, который покрупнее. Сейчас, минутку. А что? Хватит еще? Опять хватит. Может, этого еще? Нет, не надо. Я забыла за эту рыбу. Стою, мечтаю. Это вообще какой-то самый малый. Что за пакеты стали делать? Ну, это же ужас. Новые, как бы сказала, старые. $456. Сомиком нам даже по 190 решили посчитать, хотя он стоит 200, написано. Купили мы 5 рыбок. Остальное будет на кухне. Их жарить лучше будет. Да? И на это соленый никто не хочет? Нет. Сейчас подержишь? Я Ирина, деньги уберу. Папа хочет еще посмотреть, взять какие-нибудь конфеты, сладости, чтобы отнести на работу, помянуть бабушку, чтобы люди помнили. И здесь вот тоже конфеты всякие. Дорогие? Конечно, по 650 рублей конфеты. Ну, какие-то не будешь. Ну, тоже не будешь, какие-нибудь какие-то шоколады. Они там даже конфетные, да? Разные виды решил папа взять, чтобы мешок прям был полный. И шоколадных, и сосательных. Молочка, да у нас вроде все такое есть. Все, купили, что хотели, и сейчас возвращаемся к машине. Еще решили родители заехать в церковь. Нужно купить свечки, поставить свечки. Вот такая вот церковь. Я думаю, многие ее знают, многие видели, когда проезжали. Мы бываем здесь, когда приезжаем в город.
Еще мне надо купить салфетки для ноутбука. Поэтому идем в ДНС. Правда, не знаю пока, какие брать. Так, нашла я салфетки. Так, где они? Вот, для ноутбука. Вот такие, скорее всего, буду брать. Что есть? Цифровая техника. Ну, вот этот возьму. Хорошо? Вот эти вот. Еще вот есть такие вот. Здесь 105 штук за 200 рублей, а здесь получается за 100 рублей 20 штук. Мама говорит, может такое взять? Тут много прям. Решили в итоге взять вот все-таки такие вот. Посмотрим, как они будут в деле. Техники у нас много, тем более как раз 105 штук. Едем мы к светофору. Как всегда, народу много. Что, здесь ставлю, пойдет? Да, давай. Надо будет рис купить еще вот сейчас. 42 рубля стоит он. Угу. Только он какой-то странный, почему-то какой-то желтый. Написан он... Какой он круглозерный, шлифованный. Ну, мы берем здесь его. Хотя вот еще какой-то есть. Другой вис. Ну-ка, посмотрю сейчас. А, увелка. Так увелка это нормально. Лучше вот его купим. Для кубанского плова мы его возьмем. А, 56 рублей. Для плова мы его возьмем. Потому что второй плов можно возьмем. Да, плов. Ну, я не знаю, такие не брали такие. Печеньки. Надо какие-нибудь выбрать, ну, печенье. Есть же много выбора-то. А ты не хочешь в оптовом посмотреть? Там вкусные печеньки. Всегда в общем, мягонькие, наверное, такие вот тоже будут вкусненькие. Ну, здесь их немного, тебе же надо, чтобы побольше было. Да? А ты покупал его уже, нет? Не знаю. Ты хочешь на работе, да, взять? Да. 228,50 стоит такой кофе. Ну, вся кофе, вон всякий, да, выбор-то есть. Чай смотрим. Мы такой не покупали себе. Давай такой не будем брать. Мы его не знаем. Ну, куртис нормальный. Надо, кстати, знаешь, что еще купить? Крахмал. Ну, здесь его, наверное, нет крахмала. Где приправы обычно? Нет, здесь его нет крахмала. Крахмал надо будет. Кисель, смотри. Это не наши тележки. Да. Мама уже перепутала тележку, хотела в чужую положить. Видели, вот такой вот магазин открылся, мелкооптовый. Сейчас еще туда зайдем, посмотрим. Первый раз, ну. Нам все говорили про него, но мы еще не были. Посмотрим, что там. Угла, столько паутины. Очень много разных видов чаев. Может быть, папа даже здесь что-нибудь выберет на работу. Ну, здесь, кстати, ассортимент вот как магазинный. Вот да. Как ну, всяких... этот хороший чай очень. Ричард? Да, мне нравится. Смотри, пап, сколько чая здесь выбора. Выбираю. Здесь выбор очень большой. И как бы такой, какой мы берем обычно. Пинфилд, вот, блэк. Вот два черных. Цейлон и Эл Грей бергамот. Вот это, наверное? Нет, Цейлон, да. Вот это, да? А что, тут нету этой тележки? Это есть, наверное? Это возьму. Печенье здесь такое вот есть. Ну, здесь что-то печенье как-то небольшой выбор. Ну да. Ну, посмотрим сейчас. Угу.
Ну ничего так магазин. Что? У нас есть все это. Ничего так магазин-то, да, вроде? Ну да, такой ассортимент. Нормальный ассортимент, большой. Вот смотри, все, вы кетчупы всякие там, все. На солянку. Без косточки. Так как мы любим варить солянку, мы за покупаем маслины. Да. 65 рублей. Вообще-то цена нормальная, да. Давайте возьмем. Попробуем, да, да. Как что там. А вот смотри, есть 73 крупные, а есть мелкие. А вот разная цена, посмотри. Есть 73 крупные, по весу одинаковые. Угу. Без косточки крупные. 72 штуки. Ну, в принципе, мы же их нарезаем все равно. Это с косточкой. Маслины надо взять, да. Соляночку сварить. Ну, здесь видно, что что-то есть. А здесь как бы вода. Ну, возьми, который за 73 тогда. Да, да, давай побольше баночку. Одной хватит? Хватит, мы же по одной берем. Угу. Попробуем, потому что в прошлый раз ты покупал вообще плохие. Я хочу, чем? Вот. Оливки? А у нас разве дома их, они же вроде дома есть такие? Нету. Закончились? Ну, вот с анчоусами я как-то покупал. Mm-hmm. А здесь с тунцом. С тунцом, может, купим. А вот семга есть. О. Красивее смотрится. Давай таки купим. Да, если хочешь, конечно, возьми. Но мне нравится, что магазин свободный. Вот заходишь в другие магазины, все так мало места. А здесь все, вот эти... просторно. Давай, да. Мне магазинчик этот уже советовали, просто мы в него не заходили. Наверное. Сборная взять. Давай посмотрим. Слишком крупная. Давай, угу. Зачем нам а? Здесь все и купим, нам же не так много всего надо. Угу. Нет, такой красивый. Вообще хороший. Да. Целый вроде. А вот, нет. Давай разбитая. А вот давай здесь положить можно, здесь поменять. Еще вот смотри, вот тоже плохое. Вообще вывалилось. Это что? Надо их куда можешь положить, показать им. Ну давай. Ладно, разберутся потом. Тоже как-то подтекшее. Угу. Вот положи вот сюда и посмотри все внимательно. Потому что все равно, вот, конечно, значит, оно где-то что-то это. Да это с верхнего, может. Ну, надо проверить. Целую? Ну, да. Целую. С верхнего набежала. Уберем? Да. Да, мы это не уберем. Хотя раньше брали по 50 килограмм сюда. Угу. Куча разных круп. Так, пройдусь немножко, покажу вам. Знаешь, чего нету? Я хотела малышке купить кашу геркулесовую, а здесь ее нету. Только разные крупные вещи, а простые нету. А вот, наверное, нет. Ну, мы... Геркулес. Ну, мы такой... Это... А вот подожди, а вот еще есть вот такая-то. Вообще... А, тут не требующая варки. Еще взять вот такие семечки, чищенные уже. Стоят 64 рубля. Сейчас хожу, смотрю, я даже таких никогда рожков не видела, прям каких-то странных форм, это вообще огромные. Макароны, точнее. Смотрите, какие всякие разные. Такие решила, да? Да. Перчатки, сколько они стоят? 63 рубля. 53. А написано 63. 63 рубля, да. Это... Ага. Так как мы варим кошки и собачки кашу с рыбой, надо купить геркулес. Угу. В Сенной приехали, решили родители еще сходить в оптовый магазин, здесь можно купить всякую выпечку, конфеты мы покупаем. Называется так вот, магазин Татьяна. Он находится вот в Сенном, далеко от церкви. И здесь еще вот пирамида, как магазин.
Вот. Что купили? Ну вот купили такие печеньки, папа хочет на работу тоже взять с собой. А это? Ну и прянички. О, хорошие. Пряники классные. Ага. Мне нравятся здесь вот эти такие прянички вообще, вот. Поэтому мы их берем. Киска у нас, вот какая. Улыбаться любит. Пушистая такая. Кошка хрипит. Она уж на бабушку очень похожа. Ее кошка была. Всегда с ней спала. Все в ее комнате. Мы ее бочкой называем, потому что она вот такая вот большая колобушка. Вот она. Она с нами с 16 года была уличная, к нам прибилась здесь, и вот с тех пор живет. Мы с ней познакомились сразу, когда еще только приехали дом выбирать. Еще когда его не купили, она сразу нас встретила. Вот стали показывать нам дом, и она сразу зашла, вышла. Она еще была беременная. Вот, а потом, когда мы ужали, она нас дождалась. Это кошка с нами. Уже очень много лет. Вот парадокс такой, что я люблю кошек больше, чем собак. У меня аллергия на кошек. У меня была своя кошка, которую мы сюда привезли, но она у нас, к сожалению, пропала. Не знаем, что с ней случилось, просто ушла вот и не вернулась. Вот. Теперь у нас осталось только малыш и вот эта кошка. Мы хотим взять еще вторую собачку, чтобы было сейчас не так грустно, чтобы больше было живности у нас.